Мы сейчас находимся возле 26-й школы. Здесь расположены два участка. Это номер 2235 и 2236. Общее число зарегистрированных избирателей здесь чуть более 4000 человек. И, как говорит председатель избирательной комиссии, явка сегодня очень хорошая. Все хорошо, в принципе. Явка, в принципе, высокая, я считаю. По сравнению с прошлым годом, чуть повыше даже, может быть. Но я смотрю, как бы и молодежь идет, и старики очень активно участвуют. В этом году придумали такие интересные вещи, как браслеты, значит, билеты в кино, на дискотеке. Молодежь активно идет. А что касается общих цифр, то на 12 часов в городе проголосовало 29,69%, в районе 42,44%. Повторюсь, эти цифры на 12 часов дня. Естественно, на каждом из участков работают наблюдатели как от политических партий, так и от кандидатов в президенты. И вот что, как они комментируют ход нынешних выборов. На нашем участке выборы идут нормально, никаких нарушений нет. Члены комиссии встречают избирателей, помогают им подойти к своим, значит, списке, которых они там записаны по своим участкам. Никаких нарушений нет, все нормально. Ну, выборы в Нижнекамске подходят к своему экватору. Если вы еще не успели отдать свой голос, у вас есть, конечно же, время это сделать. А сейчас здесь, возле 26-й школы, именно сюда доносятся музыки с парка нефтехимиков, ведь там сегодня организован концерт для нижнекамцев. И уже сейчас там выступает коллектив «Нардуган», потом эстафету примут творческие коллективы промышленных предприятий. Ну, а в 8 часов для вас выступит группа «Бандерас» и певец Доминик Джокер. Ну а вы не забывайте смотреть НТР, включать радио DFM и читать наш сайт ntrtv.ru, потому что именно там вся оперативная информация о ходе нынешних выборов. Александр Комаров, Рафаэль Ракипов, новости НТР.